Сейчас немножко поснимаю замену антифриза на Хонде. Вот, я его меняю, ну стараюсь менять, да в принципе так получается каждые 2 года. Так как замена получается частичной, поэтому, собственно, и меняю вроде как так часто. Значит, одно время я заливал родной хондовский, вот, потом, собственно, я понял, что смысла особого нет, ну и цена большая, честно говоря. Несколько лет, сейчас я вам скажу, наверное, года 4, 2 замены я ездил на кастроле. А вот сейчас, собственно, мне попался мобил, то есть я его купил, тоже синенький. Вот, значит, что я прогрел мотор под радиатором, внизу радиатора открыл краник, слилось у меня примерно, я не знаю, в объеме, ну, прилично. Тут, наверное, 4 литра, может быть. В принципе, как раз получается замена частичная. Вот, и сейчас потихонечку заливаю чистый антифриз. То есть, как я делаю? Я заливаю чистый антифриз, потом наливаю эту же банку кипяченой воды 50 на 50 получается, и, собственно, заливаю в радиатор. То есть у нас получится где-то что у нас получится, минус 36 градусов, в принципе, нормально. Вот как и так. Почему кипяченую воду? Ну, не знаю, я ее кипячу подольше, то есть чайник держу, чтобы она прокипела. Я думаю, в принципе, ничего страшного, так всегда делал. Вот, и так, в принципе, в радиатор посмотреть, там все чистенько и красиво. Все, спасибо.